Добрый вечер. Ближайшие дни станут самыми холодными днями уходящей зимы. Во второй половине этой недели температура постепенно начнет повышаться. Ночь на 27 февраля во многих районах Латвии ожидаются снегопады, самые сильные на севере Курземы. Минимальная температура воздуха составит от минус 11 до минус 14 на морском побережье и до 25 градусов мороза в восточных районах Латвии. Завтра днем температура составит от 12 до 18 градусов ниже нуля. После полудня также будет переменная облачность. Ветер будет умеренным, а в некоторых городах до 11 метров в секунду. В Риге этой ночью ждем 15-17 градусов мороза. Днем минус 15-минус 13 градусов. Ветер весь день будет слабым. Ночью ожидается снег, а днем облачность частично рассеется. Медицинский тип погоды завтра второй благоприятный. На этом погоде у меня все. Всего доброго и до свидания.